Мурманск могут закрыть на неопределенный срок с понедельника. Такое сообщение опубликовало одно из крупнейших городских сообществ. В посте содержится информация о том, что на выезде из города строят КПП. Ссылок на какие-либо источники группа не предоставляет, но это не смущает многих подписчиков. Они очень эмоционально комментируют новость. Администраторы некоторых мурманских сообществ тоже, видимо, гонятся за рейтингами, а не за достоверностью, и активно копируют текст сообщения. Город ограничивать въезд и выезд мы не будем и не планировали. А вот те, кто распространяет эти новости, я имею в виду соответствующие сети, аккаунты в сетях, я прошу провести соответствующую проверку на предмет привлечения к ответственности за распространение фейковых новостей. Столь серьезные решения всегда принимаются заблаговременно, и информацию об этом доносят до людей официальные источники, обратил внимание глава региона. На данный момент вопрос о закрытии заполярной столицы не обсуждается. Анастасия Степанова, Андрей Бричко, ТВ-21+.